Привет, меня зовут Андрей, вы на канале Industrial Tool. И сегодня я открываю новую рубрику «Новости Makita». Ну что ж, приступим. Компания Makita, занимающаяся продажей электроинструментов, анонсировала новую серию аккумуляторов 64 Volt Max. Серия 64 Volt Max использует аккумулятор BL6440 с конфигурацией 57,6 Вольта и 4 Ампер-часа. Мощность такой батарейки 230 Вт-час. Аккумулятор имеет ручку на корпусе, и первые совместимые устройства на момент анонса с этой батареей будут две газонокосилки. Это модели LM001J и LM002J. Также выпущено специальное зарядное устройство на 64 вольта. Модель называется DC64WA. Время зарядки аккумулятора на такой станции составит 120 минут. По состоянию на ноябрь 2021 года запланированная область выпуска — это часть Европы и Азии. А выпуск в Японии еще не определен. На экране вы видите характеристики этих газонокосилок. Схемы запчастей уже загружены в сервисную программу Makita. Откуда я узнал, что артикул аккумулятора будет 191R068, а артикул зарядного устройства 191WV19-9. Также существует высокая вероятность того, что серия 64 Volt Max будет развернута и в Японии. Так, на 4 июня 2021 года заявка на дизайн зарядного устройства также была подана на японском рынке. Вообще, аккумулятор на 64 Вольта был представлен еще в феврале 2020 года, но все думали, что это был опытный образец, и в связи с выходом линейки из XGT аккумуляторы на 64 Вольта на рынке не появятся. Я тоже раньше видел эти фотографии, там были аккумуляторы чуть-чуть отличающиеся от того, что представлено в данный момент. Ну а глядя на внешний вид серии 64 Volt Max, кажется, что она предназначена для мобильных устройств из-за конструкции с ручками и выводами, расположенными на нижней стороне. Я думаю, что аккумулятор с таким форм-фактором будет использоваться именно в газонокосилках, электромобилях и тому подобных устройствах. И то, что серия 64 Volt Max никак не будет конкурировать с серией XGT, а будет идти с ней параллельно. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.